И всем привет, друзья, с вами я, Джимми. В этом ролике вам расскажу, как же я стал ARMY, BTS'ом и фанбоем. И так далее. Но если вы скажете мне, что, ну что ты делаешь, ты чё гей, я вам скажу, идите нафиг. Ну-ну, иди уже, я же сказал. Да ладно, братан, иду уже. И это случилось в 2019 году, 6 января. Я в то время смотрел YouTube. И в ютубе нашел видео под названием BTS против 91. Я как патриот был за 91. Но когда первый раз увидел клип под названием Mic Drop BTS, я был в ахуе. Mic Drop не был как наркотиком, каждый раз смотрел и кайфовал. Я даже во сне их смотрю. Нихуя себе, какой я телепат. И когда я посмотрел клип под названием Fire, я сгорел от наркоты, от педофилии, от херни. Я был в кайфе от этого клипа. Fire. Не, херня какая-то. Вот и моя история закончилась, как я стал ARMY. Ну, если вы скажете, кто-то вы без, то я вам скажу, Чимми. А кто у вас без, можете в комментах написать. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока. И спасибо вам за 100 подписчиков. Я вас люблю и так далее. Всем пока.